А пока школьники готовились сдавать экзамены, мошенники изобрели новый способ наживы. Одна из самых популярных услуг в интернете – сегодня помощь на ЕГЭ. Злоумышленники утверждают, что владеют ответами к государственному экзамену и с радостью готовы поделиться ответами со школьниками. Тут же подробная инструкция о том, как незаметно пронести мобильник, как сфотографировать бланк и куда отправить фото. Конечно, все это за деньги. Цена зависит от предмета, баллов и скорости оплаты. К примеру, английский язык на 50 баллов стоит 6 тысяч рублей, на 80 – 100 баллов – 30 тысяч. Деньги надо перевести заранее, и это не случайно, ведь получить их мошенникам важно быстрее, чем настанет время экзамена. Добавлю только, что все предлагаемые мошенниками уловки наблюдателям за ЕГЭ известны. Они уверяют, что ни пронести мобильный, ни уж тем более сделать фото во время сдачи экзамена не получится, и советуют не тратить деньги впустую, а лучше лишний раз повторить предмет.